Опа-на! Кто вспомнил Mortal Kombat и нашего любимого Sub-Zero? Мы можем сделать из нашего точкового ножа практически его оружие, вот этот вот гарпун или кунай на длинной цепи. Мы будем делать на веревочке, на кожаной, на капроновой, на шнурку, на чем угодно. Из нашего ножика тычкового за секунду превращается и можно его бросать или вертеть вокруг себя. К сожалению, управлять как скорпион нам не получится. Что же нам потребуется? Делаем небольшой узелочек, посмотрите, вот такой маленький. Пропихаем теперь вот сюда, посмотрите. Сюда и затягиваем с этой стороны. Ничего сложного нету. Кто не понял, медленно проматываем назад, потому что реально простенько. Нам главное, чтобы оно зашло вот с этой стороны. Чуть-чуть, если нужно, попустить, потому что на данном этапе нам главное, чтобы сам узелочек прошел через кольцо. Посмотрите, вот здесь, все, оно вышло, оно уже не соскользнет, оно держится шикарно, ровненько, и все просто шикарно. В данном случае я использую кожаный ремень, тоненький, шикарная вещь. Если у вас нет, можете использовать любой капроновый шнурок от обуви, шикарно держится. Так, в конце, как видите, сделаем петельку для того, чтобы пальчик, мизинец у нас сюда хорошо зашел, и все, мы полностью контролируем данное оружие. Можем вертеть туда-сюда, бросать из руки, потом возвращаться назад. Если не хотите, можно, например, в конце вставить кольцо от ключей. Также шикарно смотрится, наоборот, еще лучше. Сталь всегда есть сталь. Мне на больше, конечно же, больше нравится. Я себе оставляю все-таки со сталью. Если хотите, данное изделие можно сделать из тоненькой цепочки, чтобы не порвалось, когда будете вертеть вокруг себя. Но в данном случае это уже не так эстетически все-таки смотрится, и тычковый нож больше займет место, если хранить его. Так, посмотрите. Так, у нас в руках тычковый нож за секунду, который может превратиться в самое страшное и грозное оружие от Скорпиона. О, шикарная вещь. Оружие брошено и... Добро пожаловать, мой родной. Лишь только осталось научиться вращать его вокруг себя. Первые попытки, как вы видите, я специально их не удалял, они плохо вращаются. Можно подбросить, можно сразу же подхватить назад наше оружие и вертеть, попал опять в себя. Ну ничего, я специально не удаляю, потому что неудачные попытки, тяжело сначала научиться, но потом вокруг вас будет просто мелькать стальное кольцо сверхопасное, туда-сюда, туда-сюда, медленно набираем обороты, скорость все больше возрастает, все лучше смотрится, все больше вы можете владеть данным оружием. Не нужно никуда спешить. Так, забыл сказать, самое главное в данном случае, нужно, чтобы сама длина вот этой вот, видите, я вокруг руки бросил, охватился, чтобы сделать цепочку намного короче. Это для близкого боя. Если не нужно, вы попускаете цепь, и обратно вокруг вас летит стальное кольцо смерти. Посмотрите, как шикарный бой. Так, что я забыл сказать? Там, ремень. Длина ремня никогда ни в коем случае не должна быть длины вашей руки. То есть сам нож ни в коем случае не должен достать к вам. Это для начала самое хорошее. Потому что единственное, что вы сможете сделать, это распороть свою мордочку красивую в данный момент таким страшным оружием. Холодным. Останутся шрамы и, я думаю, что до конца жизни. Если, конечно, у вас оно не прихлопнет на месте. Соответственно, учимся вращать коротким кольцом. Посмотрите, буквально через несколько вращений я уже довольно хорошо научился вращать. Какая скорость? Все больше и больше возрастает. Вообще шикарно. Короткий, длинный, вокруг сюда, туда-сюда. Все возвращается. Все дело от практики. Всего несколько движений, несколько минут вы уже не владеете. Один бросок и нож у вас в руках. Опять попускаем линию и обратно можем вращать вокруг себя. Шикарно, невероятное оружие, которое просто должно быть у вас. Маленький аддон к вашему любимому тычковому ножу, который можете сделать из ложки. На канале видео уже есть. Ладно, ребят, веселых и опасных поделок. Всем.